землю не воткнуться. Хотя, казалось бы, уже пилоту в небе море по колено. Не удержать его к ничем. Готов летать пилот четыре смены. Хотя, казалось бы, зачем. Я в чистом поле выйду поутру лениво. Круту винтом, вильну хвостом. И заволнуется встревоженная нива. Под ветерком взрывет машина, прочихавшийся мотор. Уйдет земля из-под нее, и обопрется на небесные просторы. Крыло мое, крыло мое. И вот живет под довольным кислым. Всегда не там, где шучер. Он не спешит с семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не собьется с правильного курса, хотя, казалось бы, вот-вот. Я в чистом поле выйду поутру лениво. Крутну винтом, вильну хвостом. И заволнуется встревоженная нива. Ну а потом зальются галки, очумевшие со страху. И разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое. А под крылом моя земля, а под землей руда. А из руды моя страна дает металл, чтоб в самолете я летал. Вокруг леса, вокруг поля, моя земля, моя краса, мое жилье над землей, плакучее крыло. Как ты козлил. Неужто сам, клянусь, такой двойной переворот наверняка увидел он впервые. Ведь он герой, он сам над полюсом летал. И он поймет, как важно мне найти следы Святой Марии. И если он в мою мечту поверить сможет, то значит просто он не видел твой полет. Он мне поможет, он мне поможет, он мне поможет. Тихо ты, идиот! Из вас все это вытворял. Что я говорил? Все, тебе конец. Как зовут? Григорьев. Что же ты увял? Так держать, Григорьев, молодец!
Валерий Павлович, разрешите обратиться? Замолчи ты. Я к вам с просьбой. Говори. И неисправим, неисправим. У меня мечта. Мечта, говоришь? Мечта. Ишь, мечта. Осуществим. Осуществим. Переплывем, перелетим и будем подлегка. И повторим. Осуществим. Любое чудо, если нужно, сотворим. Что случилось? Там у ванной, там такое приключилось. Захожу из унитаза, на меня глядят два глаза. Я чуть было говорить не разучилась. Это Жуковых проделки. Черепахи, крысы, белки. Развели в квартире, понимаешь? Зоопарк. Устроили парень, да собственник мышей. Вы видите ваших тварей? Они разносят пчелей. Так и даже не мыши, а просто хомячки. А кто у тебя один мышей, покрылись очки? А кто у тебя теперь все тапочки покрыть? Достала всю квартиру, а тара ваша крыс. Квартира вам не место для самок и самцов. А между же порядочным лицом. Вот мы возьмем, я и напишу. Все это придется вам еще продолжить. Так как и вы, и ваши мыши. Все ответите, ты не судом. О! Не удивлюсь, если это такие уже за вами. Смотри, я думал, летчики с усами. Это кто? Неужто ваши? Просто копия папаши. И как мама с конопатыми носами. Это Саня, это Петя. Просто зрелые дети. Развели в квартире, понимаешь? Запах. Что вы, прелестные дети? Товарищ пилот, я похожа у нас в туалете. Где-то очень опасно живем. В ситуации полной трагизма. Нужно срочно его укротить. И со свойственным вам героизмом не могли бы пить воду спустить. Не будем хорош, что за местность? Я вам дам подкрутить пальцы. Этот вид недавно вывели китайцы. Вашингтон! А на вид он симпатичный. И, наверное, практичный. Да, потому что тараканами питается. Все, не ловите все заботы. Но товарища пилота... Он устал с дороги. Дайте, пожалуйста, человеку отдохнуть. Ну-ка, вы как? Мы в порядке, разве не видно? Жизнь течет, скоро старший пойдет в первый класс. Кораблев постарел. Ромашов стал солидным. А
ассистент Николая Антоновича. Вот тебе раз. Кстати, Катя, он... Ну да ты уж, наверное, слышал. Что? Ты давно ей звонил. Я вообще не звонил ей с тех пор. 9 лет. У тебя просто съехала крыша. Ай-яй-яй-яй-яй. Разве можно так девушку долго томить? Извините, что лезу в чужой разговор, но... Могу вам за бесплатно дать маленький совет. Звоните, не стесняйтесь. Парень, хоть куда? Похоже, вы боитесь. И вовсе даже нет. А выглянет, как будто таки да. Вот аппарат, и не ты, не те. Это герой, вы родили облог. И если вы не позвоните, то подведете весь воздушный флот. Не тяните. Цветочки словные у вас, да жаль, подвяла красота. Вы здесь уже четвертый час, а Катя очень занята. Все, ухожу. Но напоследок я скажу, что подошли мы к рубежу, который делит жизнь людей на до и после. Как верный пес на поводу, я 9 лет покорно жду. Не знаю, что это, безумие ли, гипноз ли. Ах, 9 лет солидный стаж, и словно ваш послушный паж, я снова здесь, я снова рядышком, я снова возле. Неужто я настолько плох, чтобы с 12 до 3 без перерыва на обед все время слышать слово «нет»? Скажите «да». Ваш пафос ни к чему. Но почему? Но почему? Так вот я знаю почему. Меня третируете вы из-за того, что прошлого фантом прямо застит вам глаза. Вы так привыкли жить в дыму, сгоревший в юности листовый. 9 лет вы помните о том, кто все забыл 100 лет назад, о том лжеце, что клеветою эти стены осквернил. И 9 лет вам не писал и не звонил. Алло? Да! Что происходит? Встаньте, мой друг. Ну-с, на когда-с назначена свадьба? Сам бы хотел бы это узнать бы. Я уж почти женился, как вдруг кто-то звонит, и все на смарку. Девушка в 3 прыжка выскакивает вон. Ну да, ну да,
Конечно, это он. Кто? Я свой доклад по Белому морю делал вчера в главсевморпути, где и узнал, что некто Григорьев к ним завтра утром должен зайти. Я слышал, он хлопочет в инстанциях высоких о рейде поисковом на северо-востоке. Он, видите ли, хочет все сразу и немедля, на редкость непоседлив, заклятый ваш друг. Как нарочно выбрал времечко, нет бы подождать еще маленечко. Я тут на коленях, чувство нравится, а ему все даром в руки валится. Мне нужно от него избавиться, и вы обязаны помочь. Обязан? А как же? Видимо, вы забыли о том, как, выполняя вашу же просьбу, я вам помог с тем самым письмом. Вот был бы ужас, если бы нашлось бы несколько строк на ветхом листочке. Толстых томов ценнее сто крат, смогут они расставить все точки в деле о том, как сгинул ваш брат. Нет, вы обязаны помочь. Пусть уберется из Москвы. Да коли ж можно портить людям кровь, интриговать и угрожать. Ну вот, я вижу, вы не прочь. Уж не надеетесь ли вы завоевать Катюшину любовь путем угроз и шантажа? Ну что ж, валяйте, порошите наше грязное белье. Спешите точки расставлять на все. Всех в Иркутск дает добро. И летняя ночь.
сев морпуть. Вот найти слова любви, увы, не сможет помочь. Что я несу? Что ты несешь? Катя. Молчи. Почему в тот вечер ты отвернулась от меня? Воды так много утекло, что время как разрыв трава нас друг от друга отсекло и не дает найти слова. Замерзающих звезд, где-то там, где кончается земля, там в безмолвии седой, средь обломков корабля скрыта правда. Ищу ее, чтоб доказать. То письмо ледяной стеной, 9 лет меж тобой и мною. То письмо, я дурак бездушный, но ведь мама твоя. Не нужно. Мне пора, много дел на вечер. До свидания. Пока. До встречи.
крючок, а это крючок. Я из 8-го летного отряда с командировочным листом. Военбилет при мне. Билет не надо. Мне в отметочку потом. Так мне сюда? Никак не разберу я. Так я пройду? Конечно нет. Но почему? Во всем лесу вторую. Но я там был. Сейчас обед. Нельзя же так на веру. Нельзя же так без сметы. Должны быть аргументы и численный расчет. Во всем должна быть мера. На все должно быть лето. С печатью документы. Порядок и учет. Порядок и учет. А как же он? Есть нужды, по которым нельзя тянуть. Вот это да! А я 3 дня хожу по коридорам, и тоже срочная нужда. Потише, вы тут нашумите. Нет, я нарушу ваш покой. Ты кто такой? Я негр Тити Митий. Да вы, да вы кто такой? Меня зовут Григорьев Александр. Живу я на вокзале, я круглый сирота. Воду здесь мутишь. Ты что? Гляди, когда так улетишь. Ты чего? Это вовсе не я. Это наш старикашка проказит. Он боится, что твой перелет воскресит его старый грешок. Он тут ползает, словно змея. Он использует старые связи, и уж точно на все, что угодно пойдет, лишь бы замысел твой растереть. Порошок, ты давай не крути, ты сам не зеваешь. Я вообще на твоей стороне, ты ж как заворковал. Что ж тогда 9 лет ты такую улику скрываешь? Я-то знаю, что ты то письмо своровал. Ну, делай такое лицо. Понимаю твое раздражение. Да-то было клевета, но вы. И, естественно, жаждешь суда. Ты получишь свое письмецо. Но уж сделай.
сделай и мне одолжение. 48 часов уберись из Москвы и не лезь в наши скати дела. Никогда. И я, похоже, помешал. Нисколько, Николай Антонович. Видите ли, только что с настойчивостью чрезвычайной верный ассистент ваш, не стесняясь, предлагал мне помощь в том, чтоб опозорить вас навек. Да-да, весьма печально. Он, подлец, припас на вас опасный компромат. Да-да, я в курсе, из чего бы ждать иного. Я его взрастил, а значит, самый виноват. И что подлец он, для меня отнюдь не ново. А кто же с ним рядом, летчик Григорьев? Нет, не назвать его подлецом. Сеятель смерти, боли и горя, с доброй душой и честным лицом. Как раненого полка меня вы обложили. Один цепился в колку, другой терзает жилы. Ах, как я ненавижу вас, молодых и властных, вступающих все ближе и ближе и ближе, готовых бесстрастно добить старика, который щерится из тупика. Но зубы есть, но зубы есть. Словно клякса в тетради. Сорвалась экспедиция, плюм, не грусти. Николай Антонович непрост, ты смотри, как нагадил. У него еще много знакомых, глав Севморпути. В этом Севморпути бюрократ просто на бюрократе. Все еще впереди. Ты еще совершишь свой полет. Экспедиция тут ни при чем, это он из-за Кати. Все, прощаемся, граждане, 10.05. Ну, бывай, капитан. Мы сейчас отойдем. Я сейчас закрою двери! Погодите, двери, шмели! Тут любовь у людей происходит, поймите, пожалуйста! Саня, я ушла из дома! Я не могу там больше жить! Там все фальшиво! Нельзя же так расстаться, главный слов не сказал. Я хочу уехать в Ленинград. Мне там дают работу. Какую? По специальности.
поезд не остановлю. Значит, никогда. Но должен ты об этом знать. Последний шанс. Я все хочу тебе сказать. Да, да. Что я давно тебя люблю. Бабушка, уже пришли. Зачем же только ты поехала со мной в Ленинград, в Ленинград, в Ленинград? Я тут чудом попал на спецрейс из Москвы. Волновался ужасно, повсюду искал. Под бомбежкой весь город пешком прошагал и нашел, слава богу, живых. Я вам могу помочь покинуть этот ад.
Ведь город-то при чем? К чему вам эти муки? Постойте, Ромашов, не отводите взгляд. Скажите, почему у вас трясутся руки? Выпейте водки глоток, вам нужно подкрепиться хотя бы чуток, прежде чем... Что с ним? Военный приговор так жесток. Что с ним? Он жив, говорите. Я его повстречал в сентябре. Он лежал в санитарном вагоне, тяжко раненый в ноги и в грудь. Он ни с кем не вступал в разговор. В тот же день, в 6 утра на заре, на каком-то степном перегоне, нам немецкие танки отрезали путь, и шутя эшелон расстреляли в упор. Я его оттащил от железной дороги. За ним через час. Думал, он все лежит неподвижен. И я метался средь этих осин, но найти его так не смог. Я пытался, но, каюсь, не спас. И, конечно же, вряд ли он выжил. Безоружный, больной, совершенно один, в окружении врагов и почти что без ног. Все было не так, и я могу это твердо сказать. Вы не ангел, вы враг. Выдают вас совиные ваши глаза. И своим вдохновенным враньем никогда вы не сможете скрыть одного. Ромашов, это вы убили его. Уйдите. Это не я! Уйдите! Это не я! Это не я! Хотя, казалось бы, и нет, что мне было абсолютно его любить. Это не я! Его не стал я убивать, хотя и мог в лесу безлюдном его добить. Я не пойму, как выполз он, когда бомбили эшелон, как он добрался до этих осин! Я наткнулся на него, едва живого друга детства своего. Да, я не любил, да, я не любил друга своего. Да, ну и что с того? Клятвы на крови, дружба навсегда, все это мура. Тюш, детская игра. Все это мура, детская игра. Закон природы прост, из змеиного яичка, из змеиного яичка не вылупиться. Прост, не получится синичка. И глупо ждать, что род людской устроен по-другому. Дети, хоть и невинные, но все же человеки, из непорочных человеческих детей. Никто другой уже не вырастет вовеки, кроме людей, мерзких людей. Я сказал ему все это, он ответил: отвяжись,
Я сказал, ну вот уж, нет уж, ты испортил мне всю жизнь. Знаешь, что это такое? Эта штука пистолет. Я сейчас махну рукою, и моей проблемы больше нет. Он, мол, хорош, мол, сладкий покончить со мной. А я, смотри, смотри, я спускаю крючок. А он, стервец, калека лежачий больной. Схватил костыль, да так его сильно швырнул, что отбил мне плечо. Боже, костылем мог меня убить, это же маньяк. Вот-вот-вот-вот-вот. Сиброси, я этот костыль, я его схватил и расколотил. Я забрал его вещички, я забрал его вещички. Всю еду и даже спички, всю еду и даже спички. Я ушел! Просто ушел! Не
А я вот живой. Ты живой. Я так рад. Проходи, будь как дома, присядь. Хватит притворяться идиотом. Ты в чужой квартире. Что ты делал здесь один? Я здесь не один. Хозяин, вот он. Где? Чего ты мелешь? Вот. Да вот же он, вот он, гляди. Что с ним? Инсульт. Он стал сдавать с той поры, как из жизни ушла Катина мать. Ну а потом внезапный Катин отъезд. Тут уж старик расхворался совсем. И вот теперь влачит больничный свой крест. И что самое страшное, он полностью нем. Нем? Когда-то дышал этот дом. Внутри зала все сгорело дотла. И едва возродится когда-то потом. Теперь уже навсегда в этом доме беда поселилась. Стой, что ты имеешь в виду? Ну, то, что Катя. Что? Катя? Ты что, не знал? Ты врёшь! Я видел сам, как она умерла. Я сумел их найти, но спасти не успел. Весь Ленинград тепла. Жил так долго, что мало кто там уцелел. Теперь мне врать ни к чему, Бог свидетель тому. И поверь, мне быть может еще и больнее. Нам нечего больше делить, нам осталось лишь память о ней. Thank you.
что-либо, но ветер дунет, и все изменится. Море страшнее зверя, когда на море придет волна. Море всю зиму ленится, море все лето пенится. Море, оно большое, оно без края, оно без дна. Ветер такой холодный, что нос подставишь и поздоровится. Небо шло под воду, однако близко большой медведь. Небо темней становится, рыбка, лещинка ловится. Скачет лисец по скалу, а это значит забавка стала. А значит хватит пасти оленя, а значит хватит стрелять тюленя. А значит хватит искать коренья, пора покушать, плясать и спеть. Однако что это там плывет? Однако я ничего не вижу. Большая лодка с большой трубой и черным крестиком на боку. А вот видите, как самолет над самой лодкой кружит все ниже. Они воюют промеж собой. Ох, распугают нам всю треску. Парохода стреляет пушкой, сейчас собьется самолет. Да ну, вон пароход уже весь дыму. Должно быть, скоро пойдет ко дну. Тонет, смотрите, тонет. Он по середке переломился. Нет, а самолетик, он на излете, он задымился. Он до земли-то и не дотянет. А вот дотянет. Да он подбили. И вот дотянет. Да не дотянет. А не дотянет. Да победите. Как? Да вроде целы, руки, ноги не задело, сам-то жив. Под башкой об пулемет, как фашист. Фашист отлично, не всплывет, проблематично.
веселится и ликует весь народ. Будете знать, собаки, наш воздушный флот. Кстати, что там с самолетом? Тут часа на два работы, так немного обгорели провода. Но на нашем тарантасе не взлететь с разбитым шасси. Тут чего-то отвалилось, не беда. Палкой прихватим, будет шасси хоть куда. Ну-ка, взяли! Взяли! И взяли! Еще раз! Взяли! Давай, давай! Командир! Что? Гляньте-ка! Эй, ребят, не убегайте! Ну, давайте, помогайте! Не размяться нам чуть-чуть по холодку! Мы свои, ну мы за наших, нам бы пару деревяшек. Мы бы шасси подчинили и ку-ку. Ну-ка, дружнее, приготовились к рывку. Гляньте, братцы, вот вам шасси, я умру. И откуда бы здесь взяться корабельному багру? Что за буковки такие? Жаль, попортила вода. О, прочел, С.В. Мария. Что? Откуда? Дай сюда. Где вы это взяли? Это было давно. Сильно давно. Тот человек пришел сюда со стороны большого льда пешком по ледяному полю. Да, это он. Он много дней провел в пути, мы не смогли его спасти. Он был, однако, сильно болен. Конечно, в бреду совсем уже без сил. Письмо он донести просил туда, до русских поселений. Я свез письмо в югорский шар. Тот год хороший был базар, мы продавали там оленей. Вещей немного было с ним. Все, что осталось, мы храним. Шхуна Святая Мария. Корабельный журнал. Но мы в том же смутном сне, под сводом северных сияний, корабль, мерцающий в тумане, из ночи в ночь являться мне. И это более чем странно. Вдруг ненароком наяву найти негаданно, нежданно полузабытого романа недостаю. Да кому считать их?
что в них толку теперь без Кати? Разрешите обратиться. Разрешаю, лейтенант. На КПП, но в общем там к вам гость, похоже, из столицы. Это какая-то ошибка. Я никого не жду. Вы ждете, капитан? Еще как, ждете.
крест. Катя. Катя. Катя! Подлез, набрал что-то. Все знаю, все знаю. Откуда? От Кораблева. Милый мой, любимый. Боже мой. Неужели это ты? Это ты? Ты... Катя? Катя?